создавал это испытание, но немного сложное. Обрати внимание на ров. Смертельно невероятно опасный. Не прямо сейчас, но будет в итоге. Я над этим еще работаю. Пока работаю. Трудно даже представить, что у этой задачки есть решение. Черт ногу сломит. Но я дам тебе подсказку. Кнопка. Всего одно слово. Кнопка. О, да. Не дурно. О, первый класс. О, это было здорово. Есть идея. Так как делать новые испытания сложно, почему бы не ограничиться одним, а? А я буду смотреть, как ты его проходишь снова и снова. Да, так гораздо проще. Ладно, теперь давай по новой. Так, не могу винить себя за старание. Так, тесты, новые тесты. Должны же быть где-то еще какие-то тесты. А, вот! Все хорошо, все как надо, только что изобрел еще пару-тройку тестов. Это один из моих тестов. Не совсем, не совсем. Посмотри на слово «тест» на стене, оно свеженькое.
Отличная работа. Вы обе серьезно. Вы идите пока, я вас догоню. Этот тест я сделал сам. Из кусочков тестов, что сумел найти? Свалил все в кучу. Кнопки, воронки, бездонные дыры. В нем есть все. Бомба, а не тест. Умел найти. Свалил все в кучу. Кнопки, воронки, бездонные дыры. В нем есть все. Бомба, а не тест. Сумел найти. Свалил все в кучу. Кнопки, воронки, бездонные дыры. В нем есть все. Бомба, а не тест. Сумел найти. Свалил все в кучу. Кнопки, воронки, бездонные дыры. В нем есть все. Бомба, а не тест. Сумел найти. Свалил все в кучу. Кнопки, воронки, бездонные дыры. В нем есть все. Бомба, а не тест.
Это слишком затянулось. Я просто скажу тебе, как пройти это испытание. А, видишь, вон ту кнопку. Тебе надо просто на... То я не могу помочь тебе пройти эти испытания. Неважно. Неважно. Проходи тест самостоятельно, сама по себе. Иду, не начинай пока. Ты не поверишь, что я нашел. Там целое запертое крыло, сотни отличных испытательных камер. Ничьих, подходи и бери. Только скелеты внутри, но я их вытряхнул. Теперь они как новые. Скелеты? Ну ладно, несколько камер я оставила про запас. Поехали! Здорово, да? Незаметно никакого перехода.
уже почти. О, я разочарован. Хорошо. Последний тест разочаровал меня. Похоже, вежливость тебя не мотивирует. Тогда попробуем ее метод. Толстуха. Удочеренная толстушка. Толстая, толстая, без родителей. И? Что? Ну что ты имеешь против удочерения? Что я имею против удочерения? Ну, нет, родителей... К сведению, тебя удочерили, и это ужасно. Подыгрывай мне. Некоторые из моих лучших друзей сироты, но... Взгляни на нее, дурак. Я не дурак! Просто выполняй тест, просто выполняй тест. Наверное, ничего особенного. Продолжать испытание, пока еще выход. Хорошо. Последний тест разочаровал меня. Похоже, вежливость тебя не мотивирует. Тогда попробуем ее метод. Толстуха. Удочеренная толстушка. Толстая, толстая, без родителей. И? Что? А что ты имеешь против удочерения? Что я имею против удочерения? Ну... Нет, родители... К сведению, тебя удочерили, и это ужасно. Подыгрывай мне. Некоторые из моих лучших друзей сироты, но... Взгляни на нее, дурак. Она не толстая. Я не дурак! Просто выполняй тест, просто выполняй тест.
Это я такой дурак, то почему ты не можешь пройти такое простое испытание? Наверное, в этот раз я немного переборщил и называю его дураком. Ой, извини, извини. Надеюсь, я не мешаю. Это были книги. Перелистывал страницы. Этим я и занимался. Читал книги. Так что, дурак. Только что закончил последнюю. Самую сложную. Макиавелли. Правда, не понял, чем она такая особенная. Я ее отлично понял. Ты читал? Да. Да, сомневаюсь. Ну, назад к тесту. Хотелось бы, чтобы книг было больше, но их нет. Ничего! В теле, которое он занял, в моем теле, встроена эйфорическая реакция на тестирование. Со временем можно развить к ней сопротивляемость, но она может быть невыносимой для того, у кого недостаточно развит интеллект. Для меня это значение не имело, потому что я занималась этим ради науки, но вот он...
нерешенной головоломки у нас будут неприятности. Не обращай внимания, просто передвигаю тестовую камеру поближе к себе. Если буду ближе к центру событий, результаты должны быть сильнее. Не получится. Что это было? Ничего. Извини, мне показалось, что ты что-то сказал. Он ведет нас прямо к себе, то, что надо. Благослови мозг этого примата. Меня нет в этой комнате. Технология. Это сложно понять. Нельзя ударить мой божественный лик. Не обращай внимания, просто передвигаю тестовую камеру поближе к себе. Если буду ближе к центру событий, результаты должны быть сильнее. Не получится.
это? Что это было? Ничего, ничего. Извини, мне показалось, ты что-то сказала. Ведет нас прямо к тебе. Так что надо. О, господи, благослови мозг этого примата. Меня нет в этой комнате. Технология. Это сложно понять. Нельзя ударить мой божественный лик. Не обращай внимания, просто передвигаю тестовую камеру поближе к себе. Если буду ближе к центру событий, результаты должны быть сильнее. Не получится. Что это было? Ничего, ничего. Извини, мне показалось, что ты что-то сказал. Ведет нас прямо к тебе, то, что надо. Точно уверена, что правильно их проходишь? Да, ты его прошла, но мне кажется, что есть множество решений, и ты все время выбираешь худшие. Нет, нет, это и было решение. А что я не так делаю? У меня идея. Я буду записывать, как ты их проходишь, а потом посмотрю сразу 10 записей. Получится более концентрированный научный продукт. Да, кстати, для этого нужно проходить их в 10 раз быстрее. В любом случае, я не отмажу перед тем, как найдешь решение, хорошо? Не хочу испортить тебе финал при просмотре. Thank you.
решение, да? Я же просил тебя предупредить! Ну почему ты так все усложняешь? Мне кажется, он решил не поддерживать те жизненно важные функции, которые предохраняют этот комплекс от взрыва. Не самоуничтожится. Я уже все исправил. Запрограммировал напоследок одну встрясочку. Две. Одну или две встряски. Так, для развлечения. Опасность. Перегрев реактора. Взрыв. Я не стал увольнять его, я не монстр. Но не обращай внимания на его слова. Проходи тест.
по-прежнему ничего, продолжаем. Извини за лифт, он временно не работает, расслабился. Могу пока устроить экскурсию. Слева там какие-то огоньки. Не знаю для чего это, но что-то очень научное. Справа там что-то большое летит прямо на тебя. О нет! Беги! Этого там не должно быть! У тебя все в порядке! Сейчас я выключу луч! Стоп! Ой, не помогает! Не знаю, мне почему-то казалось, что поможет! После всего, что он сделал с моей лабораторией, когда мы его победим, можно я убью его? Ты жива? Здорово! Готовлю испытание. Для тебя, естественно. Для кого еще его готовить? Не для кого? Так, посмотрим. Выход. Нет выхода. Не проблема. Я сделаю выход для твоего теста. Вот цинь, чудесно. Вперед. После того, как ты сказала мне выключить луч, я думал, что потерял тебя. Сходил, проверил остальных испытуемых. Без толку. Они по-прежнему мертвы. О, ну я кое-что нашел. Кстати, вспомнил, у меня есть для вас большой сюрприз. Он вам понравится.
Вам двоим очень понравится этот сюрприз. Очень понравится этот сюрприз. Фактически, он вам до смерти понравится. Будет нравиться, пока не умрете. Ладно, не знаю, понимаешь ли ты, что я тебе говорю, но... Спасибо, мы поняли. Осталось только три камеры до большого сюрприза. О, как это утомляет. О, как это утомляет.
О, как это утомляет. Thank you.
прошла его. Ну, хорошо. Молодчина. Непонятно, от чего он так радуется. Он должен быть без ума от ярости, что ты успешно проходишь его тесты. А еще у него для нас сюрприз. Что же он задумал? Уверен, вам обеим не терпится узнать, что за большой сюрприз вас ждет. Осталось всего две камеры. У нас заканчивается время. Думаю, я смогу вывести нас отсюда из следующей тестовой камеры. Подыграй мне.
чуточку. Не обращай внимания, продолжай побег. Убивают тебя, наверное, если я правильно понял. Наверное, турели научились пользоваться удавкой. Это объясняет такой тихий способ умерщвления, если я правильно понял. Если ты умираешь, но еще не умерла, то стукни один раз. Если умерла, то, конечно, стучать не надо. И два раза, если ты жива. Повторю еще раз. Если ты умираешь, но еще не умерла, то один стук. Если ты мертва, то ноль стуков и два. Да, два стука, если не умерла. Вот если бы я умер, я бы обязательно тебе сказал. Вежливость. Так принято в приличном обществе. Так что дай знать. Так, наверное, времени... Ха! Это твое продырявленное тело вылетело из комнаты? О, это были дефектные турели, да? Точно. Ладно, неважно, карты-то все равно у меня. И догадайся, какие сплошные фулл-хаусы. Никогда не играл в карты, надо научиться. Кстати, турели новые, не дефектные. Каре тузов, самая сильная рука. Непобедимая, как я понял.
и глупо. Стенка с ножами. Вероломство. Нет. Так, хорошо. Наконец, противник достойный моего непобедимого интеллекта. Холмс против Мориарти. Аристотель против пресса с ножами. Холмс против Мориарти. Аристотель против пресса с ножами! Стой на месте, пожалуйста! Ну хватит бегать! О, я почти попал, почти попал! Ты куда делась? Ты куда делась? Вернись! Вернись обратно! Что-то сломалось? О, о, тебя пришибло? Ах, было бы так здорово, если бы пришибло. Эй! О, да-да-да, меня только что озарило. Я сейчас вернусь, если ты еще будешь жива, я вернусь. Не умирай, пока я не вернусь. Что-то сломалось? О, тебя пришибло? Ах, было бы так здорово, если бы пришибло. Эй! Да-да-да, меня только что озарило. Я сейчас вернусь, если ты еще будешь жива, я вернусь. Не умирай, пока я не вернусь.
Остановить его было бы слишком милосердно. Для начала он проведет год в доме на печи, еще год в криогенном рефрижераторе, потом 10 лет в специально построенной камере, где на узника орут роботы, а уж потом я его убью.